Сегодня, в день похорон комиссара Лооба, полиции остается только гадать, выполнит ли Джокер угрозу, напечатанную в колонке некролога в Gotham Times, и убьет мэра. Я проверил базы данных. Есть 4 очень похожих. Проверь, пожалуйста, адреса. Ищи Парксайд с видом на процессию. Нашел. Мелвин Уайт, 1502 Randolph Apartments. Насилие с отягчающими обстоятельствами, дважды был в психушке. Комиссар Лооб посвятил свою жизнь работе в полиции и обеспечению защиты нашего общества. Помню, когда меня избрали, я спросил его, хочет ли он остаться комиссаром, и он ответил «да». Если я не буду лезть со своей политикой в его кабинет. Он всегда говорил то, что думал. Он был человеком слова. Некоторые меры, предпринятые им, были непопулярны. Из-за этого мой кабинет наводнили гневные звонки и письма. Критикующие полицию за чрезмерную критику. Кто здесь? Что случилось? Они забрали оружие. И нашу форму. Мы должны помнить, что бдительность – это плата за безопасность. Готовься! Караул! Смирно! Раз, два, три! Готовься! Цельсь! Блин! Известно о Джокере. Рэйчел Доуз. Прости, Барбара. Джимми, пойди. Поиграй с сестренкой. Иди, сынок. Если мы можем чем-то помочь. О, Боже. Ты только скажи. Ты где-то там, да? Это ты напустил. Ты напустила нас все это безумие. Ты во всем виноват. Выключи, он не придет. Он не хочет с нами говорить. Если он теперь вообще с кем-нибудь захочет говорить.